Короче, открываем и микрофон вытаскиваем. Значит, вот так вот выглядит у нас сам микрофон. Никаких надписей на нем нет. Металлический шнур. Шнур, вот такой шнур. Хороший шнур, микрофонный. Ну и вот XLR разъем. Сейчас мы... Давайте еще вот эту штучку откроем. Посмотрим на нее. Так, ну вот такая вот штучка. Этот микрофон напоминает нам микрофон от Panasonic. Камера Panasonic, и у нее такой вот был микрофон. У нас есть камера Panasonic, для которой я и приобрел данный микрофон. Значит, здесь у нас как раз такие вот разъемы XLR. И сейчас мы попробуем подсоединить к данной камере этот микрофон и проверить, вообще рабочий ли он. Все, включаем его. Здесь ставим режим микрофон. Микрофон. Режим микрофона. И давайте посмотрим, будет ли у нас работать звук на данной камере. Так, микрофон подключен. Сам микрофон сюда. Качество звука. Тест. Тест мы сейчас проверим его. Вообще, будет ли он работать. Сейчас камеру я включил. Камера запускается. Так, здесь у нас, значит, это у нас вход второй. Второй вход. И здесь уже в настройках ставим второе питание, подключаем на второй вход. И ставим вот здесь вот на R-канал. R-канал. Вот у нас, видим, есть канал. Так, и есть два канала. Вот. И сейчас у нас переключаем. Есть один канал, и второй мы сейчас его можем усилить, либо уменьшить. Вот сейчас на максимум стоит второй канал. Вот, он у нас намного громче. Если вот они стоят одинаково, вот здесь вот эти, соответственно, видим, насколько больше, чем вот родной, вот этот самый, он насколько звук усиливает, намного больше. То есть вот сейчас у нас они одинаково стоят, как видим, вот эти. Вот здесь вот. И микрофон работает. Работает микрофон. И очень сильно он работает. Его надо делать тише. Он направленного действия у нас. Ну и что? Что? Так, давайте его сделаем потише все-таки. Либо режим автомат. Автомат. Ну, давайте все-таки в мануале. Я его сделаю потише. Сделаю потише его. Тише. И примерно вот так вот они будут поровну. То есть видим, сейчас вот он направлен в мою сторону. Микрофон данный. И вот так вот, такие вот значения вот у нас от этого микрофона. То есть там практически одно деление. Это где-то вот что-то вот снимать. Ну, давайте сейчас даже снимем. Так. Тест записи. Микрофон. XLR. Andor. Вот Andor. Раз, два, три, четыре, пять. И потом я вам в монтаж поставлю данное видео. Вот он, видим, микрофон. Я в него говорю. Давайте я его сейчас разверну в другую сторону. Вот так вот он в другую сторону, совершенно противоположную. Как видим, звук на индикаторах у нас. У нас на индикаторах звук чуть уменьшается. На меня, когда я поворачиваю, он увеличивается. То есть, ну, так вот нормальный звук. Скорее всего, там, может быть, намного надо добавить. Чуть-чуть добавить бы громкости. Давайте добавим на него. Вот добавляем громкости на 4 единицы. И другой канал тоже сейчас на 4 единицы одинаковых поставим. И вот так вот у нас в другом канале, в R-канале, у нас микрофон идет настройка на громкости. Немножко красненьким загорается, но это вот такой, в принципе, нормальный
нормальный сигнал. В общем, вот такой вот тест, такой микрофон. Ссылочка будет в описании под видео на данный микрофон. Ну, всего доброго. До новых встреч, новых видео. Еще я потестирую, конечно, этот звук. Потестирую. Видео я это отдельно выложу. Вот этот с тестом. Даже, может быть, монтировать не буду. Поставлю ее отдельно. Это с этим видео. Давайте нажмем на паузу.